В столице Чувашии звание почетного гражданина учреждено в 1983 году. Первым его получил Андриян Николаев. С тех пор звание присуждается ежегодно, и в списке выдающихся 28 человек. В последнее время награду получают 2 человека. И это правильно. Достойных людей много, а место одно. Награды вручают в канун Дня города, летом, а зима – время подачи заявок. Они будут приниматься до 17 июля этого года, оформленные в виде протоколов собраний. Название «Почетный гражданин города Чебоксары» выдвигают рабочие коллективы, общественные организации, объединения, обсуждая в своих коллективах предварительно кандидатов. Учитываться будет, во-первых, вклад в развитие Чебоксар по разным направлениям – в культуре, в искусстве, в предпринимательстве. Во-вторых, человек должен быть известен не только на территории нашей республики, но и в России, в мире. Победитель определяется большинством голосов на заседании городского собрания депутатов. В прошлом году в положение о почетном гражданине города Чебоксары были внесены изменения, согласно которым почетные граждане города Чебоксары получают финансовую поддержку ежемесячно. Она небольшая, но тем не менее приятная для почетных граждан, с одной стороны. С другой стороны, она подчеркивает значимость этой награды. По окончании сбора документов на сайте города Чебоксары будет открыто интернет-голосование. Так что в выборе почетного гражданина 2013 смогут принять участие все желающие. Мария Данилова, Евгений Анисимов, Республика.